Не так самочувствие. Ну что, потихоньку. Настроение. Тоже хорошее. Хорошо? Готов работать и пахать? Да. Посмотрим. Тефтеля. Yeah.
микрофон. Как со Стасом? Тяжело. Тяжело? Ну, хоть я отработал до этого много, но очень тяжело. Денчик, смотрю, после спаррингов ты чуть-чуть пропускал от Стаса, да? Ну да, немного был один такой хороший. Хорошенький, да? Как вообще тебе со Стасом? Отлично. Отлично. Почаще, да? Почаще, да? Кукушку отбивать. Да. Когда ты уже выступать будешь? Скоро должен. Давай. Готовлюсь. Надо готовиться. Паночку пролетела. От Стаса? Да. Надо держать удары. Надо. Ничего, красавчик. Как нога? А ну скажи мне, как со стороны смотрится, когда Стас рубится? Опасно. 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 Страшно. Ну, есть такое. Но Стас, он хороший боец. Ну, еще если он начал свое дело, то он не смотрит на грот. Как самочувствие? Устал? Нет. Не, поработал хорошо, я да. Просто хорошо. Но больше всего мне нравится, что, блядь, не хотят работать. Клубами чего ждут. Ну, вторым номером в основном. Вот, да, вторым номером, блядь. Начинаешь атаковать. Ловят, блядь. Ну что, мы отправляемся в Польшу. Вот, сейчас до Киева, а с Киева уже на Польшу. Стас, кстати, уже в весе. 77 и 7. Вот, ну еще он может покушать чуть-чуть. Ты будешь есть? Да. Есть отбивная. Охуеть. Ну он не справляется вообще именно. Короче, я его накажу, поставлю на горох, на колени, как в детстве. Так что скоро будем в Польше. С Польши покажу, как все будет происходить там. Скорее всего будет онлайн-трансляция. Поэтому следите в Тефтеле. You gotta be kidding me.